Теща – это такая тетя, которая может дать по щам. Ну все, сейчас кроссфит, качнемся, упор лежа, принять, оп. Ну все, не, ну ладно, тоже что уж с перебором-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну хорош, да, сразу-то нельзя много. Да, алло, да, Сань, здорово. Чё, я качаюсь. А? В смысле, в какой столб? Зачем въехал? Ты пьяный, что ли? Ну понятно, чё. Я трезвый. Ну, а как я тебе помогу? А, анализы за тебя сдать? А какие? А, ну да. Не, я понял. Понял, ага. Так, а сколько надо? Ну да, чё я? Не, ты чё? Мне для друга ничего не жалко. А зачем? А чё ты там ржёшь? Блин, Саня, ты чё? Вот ты свинья, развёл меня, да? Я, блин, всё время про это 1 апреля забываю. Все, ладно, все, давай, пока. Сейчас у меня Натаха с работы придет, я ее тоже разыграю. Давай. Колечка, привет. Привет. Что случилось? Сядь, пожалуйста. Пожалуйста. Наташа. Что? В общем, я все знаю. Что ты знаешь? Ну, про тебя и твоего начальника. Какого начальника? Наташ, не надо тут дурочку включать. Чего? Я сегодня хотел тебя встретить с работы и увидел, как вы тайком целуетесь. Ну, раз уж ты все знаешь. Чего? Ну, я правда один раз целовалась с начальником. Чего? Ну беременна-то я от охранника. От какого охранника? Я не помню. Я тебя разыграть хотел, а ты... А я разыграла тебя! Больная, что ли? О, Господи, ты в лицо свое видел. Что за день сегодня вообще? Наташа, а у тебя спина белая. Коль, только из уважения к тебе. Где? Что там у меня там белое, да? Ну все, Наташа, где белое, да? Где белое? Кто там? Есть кто дома? Ох! Что? Так, Сергей Геннадьевич, давай разыграем его, короче. Так. Сейчас он зайдет, ты скажешь, пап, давай разыграем Колю. Он скажет, давай. Ты скажешь, прячься в шкаф, а я уже буду в шкафу. В шкафу? Да. Он подойдет, короче, к шкафу, я выпрыгну из него, он полные штаны кирпичей наделает. Здорово, Николай! Ну что? Стройку когда начинаем? Когда? Какая стройка? Ну, из кирпичей, которые ты наложил. Пап, ты вообще, ты давно там сидишь вообще? Да давненько. Слышал ваши разговоры. Слушай, ты когда про беременность от охранника сказал, я аж порадовался. Внуки пойдут. Очень смешно. Сергей Охранниковичи. Че ты, пап? А у вас спина же белая, кстати. Николай, у меня и живот белый. Я же не афроамериканец. Наталья, а ты сказала уже ему? Нет, Коля, пойдем. Чего? Короче, мы с папой. Ну? Хотим разыграть маму. Погодите, есть же более гуманные способы расстаться с жизнью. Ну, Коля, ну что ты, прикольно же. Потом все вместе посмеемся. Коля, это очень прикольно разводить Тамару. Да, это все равно, что дергать смерть за усы. Что, она не побрилась сегодня? Короче,
Короче, Коля, мы все придумали. И нам нужно, чтобы ты нам помог. Нет, давайте так. Я ничего делать не буду, ясно? А тебе ничего не надо делать. Угу. Ты будешь трупом. Так мы ее так не разыграем, а только обрадуем. Сначала да, но потом ей будет не до смеха. Потому что ночью ты к ней явишься в виде призрака. Ну что, больнее, она реально из меня призрака сделает просто. И все. Слушай, Коля, тебя сегодня 3 раза уже развели. Ты уже 3-жды первоапрельский дурак. Будешь реабилитироваться или нет? Буду. Давай. Ну вот, класс. Молодец. Так, ты давай тут готовься, а я пойду обрадую Тамару радостным известием, что ты попал под машину. Все, пошли. Коля, тренируйся, репетируй. Тренируйся. Уважаемая Тамара. Какая уважаемая чуточка? Я же призрак. Тамарка. Ой, Тамарка сказала. Я же еще не призрак, что это, надо аккуратнее быть. Так, Господи. Наташенька, как так вообще? Ну не реви, не реви, не реви, не реви. Ну случилось, ну что? Я, конечно, Николая не любила, но такое горе. Столько дураков на дорогах, и на тебе. Сбили нашего. Ну как-то. Ничего. Ну крепись, доченька. У тебя же запасной аэродром же есть. Ну вот. Ну давай, держись. Мам, ты можешь сегодня ночью здесь побыть со мной? Конечно. Страшно. Вот тут на диванчике посижу. Ты, если что, обращайся, приходи, говори. Ладно. Да, Наташа, я тоже дома, если что, звони. Да, все, спасибо большое. И спокойной ночи. Как так-то просто, я не знаю. Ужас какой. Как так? Господи. Сергей Геннадьевич, у нее, по-моему, 3-й клапан барахлит. Давай, начинай. Она меня пугает. Должен ты, давай. Она с открытыми глазами спит, это нормально? Нормально. Она обычно так и делает. Я сначала вообще удивился, что она с закрытыми спала. Она во сне тоже тебя ненавидит. Ну все. Внимательно там. Никола! Я навеселилась. Понятно. Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли. Николай, где спина белая? Где? Вы что, взрываетесь, что ли?